Чем больше слов, тем больше информации. Я просто поняла, что все слышно, я не слышу. Микрофон работает. Микрофон не работает вроде. Микрофон Вадик. Не работает. Алло, алло, о, сейчас пошло. А так, так нормально, да? Я в этот раз... В этот раз я подготовилась и даже записала на бумажку, потому что я поняла, что в прошлый раз я сказала не все, что хотела. Вот. А в этот раз подготовилась и скажу, ну, не знаю, может быть, все, может, нет, но постараюсь не забыть. А, что я чувствую, вижу, знаю, что опять повторяется одна и та же история. Что, чтобы человеку, который что-то насочинял в своей жизни, да, чтобы легко было это все издавать, нужно совсем немножко всего лишь умереть. Всевышний умереть, и да, все начинает происходить. Произошел альбом сразу, да, который не происходил по разным причинам. Порядка 20 лет он произошел за 20 дней. Да? И это нормально, в этом ничего удивительного нет, потому что ну, всю жизнь человеке, Паша, ты мне мешаешь. Драскевич, выйди вон вообще. Поэтому придется повторять вообще двойку по поведению. Люди всего лишь люди, и все время так было, есть и будет, поэтому ничего нет удивительного. И поэтому я прекрасно понимаю также, что вот эта вот волна памяти, которая сейчас есть, она сойдет на нет. И пока она есть не только у меня, она хочет на ней прокатиться. И поэтому я вот уже который раз обращаюсь к людям, и мне хочется притянуть к себе максимальное количество людей, у которых что-то осталось от Андрея. Неважно, в памяти, в каких-то так называемых артефактах, в чем угодно. Потому что Андрей очень легко разбрасывался всем. У него был любимый анекдот про троллейбус, в котором едет человек и говорит: «Шарик, мой маленький шарик, куда же он закатился, где же мой шарик?» И все начинают искать, ползать там по полу. И ищут, ищут. Он говорит: «А, ладно, я еще скатаю». То есть у него к своим вещам, которые делают наше, было именно такое. Да? И поэтому я точно знаю, что этих шариков осталось очень много, и я хочу их собрать. И я уже вижу в этом смысл собрать вот то ценное, которое осталось, и которого очень много. Поэтому прошу всех в этом участвовать по возможности. И это еще один из ответов, почему я здесь. Спасибо. Это нормально.